Вот эта вот тема багов, да, она настолько актуальна и всегда, в принципе, интересна всем зрителям. В первую очередь, почему? Потому что они видят то, о чем они даже, в принципе, не могли подумать. В первую очередь, в своей игре, своей любимой Доте. Сейчас я вам тоже покажу один такой забавный баг. Он никак не влияет на игру. Это не такой крутой баг, как Lifestealer плюс Wisp. Но это тоже визуальный баг. Это было время, когда я думал, что вообще в Доте нету багов. На самом деле их много. И мы будем с вами выковыривать их. Ну что ж, поехали. Это баг со снаряжением. То есть мы сейчас будем собирать своего героя, грубо говоря. Так, давай, знаете, как сделаем. Начнем тогда с этого героя. Ладно. Что мы делаем? Заходим в магазин снаряжения. Потом выбираем нужного героя, например, Леон. Где у нас Леончик? Леон. Так, все. Вот мы видим Леона, да? Потом жмем на Леона, появляется Леон. Далее переходим в арсенал. И, например, давайте выберем итемы любого героя. Например, Фурион. Фурион. Фурион пишется по-другому. Пишется Профет. А, вот у нас Фурион. Теперь два раза жмем на любой итем героя. И вот мы видим, появился герой. При этом, да, доступные предметы остались от Леона. Ну, теперь что, давайте собирать нового героя. Сейчас мы соберем себе... О, как вам, а? Как вам, героище, красава? Кстати, я бы купил бы такую тему на Фурион. Очень красиво выглядит Фурион, с огненной такой рукой. Вообще шикарно. Вот мы видим, да, можем ошейника одеть или что за говно. Потом, типа он взял посох в руки. Ну, типа, ладно. Опять, видите, меняется рука. Очень красиво. Почему никто не делал Фуриона такие красивые руки? Реально, да? Клешня от Фуриона. Вообще отличная клешня. Двойная клешня, смотрите. Вау. Вот тоже так прикольно выглядит. Посох типа держит. Таких вариантов очень много. Давайте мы сейчас сделаем еще один вариант. Опять жмем все герои снаряжения. Выбираем любого героя. Например, попробуем сделать так. Попробуем сделать так. Попробуем из котла собрать нового героя. Так, вот мы выбрали котла. Переходим в арсенал. И там любые предметы нужны нам. Например, Мирана. Два раза жмем. Окей. О! Все. Вот у нас новый герой. Что это за говно, господи? Вот эта вот фигня мне кого-то напоминает, реально. Вот в каком-то или фильме была такая параша, инопланетная. Вот такая вот у нас Мирана симпатичная. Потом, видите, она может брать посохи, а посохи берет очень хорошо. Прикиньте, Мирана с посохом. Новая мета. Так, ну-ка, где у нас? Во, офигеннейший посох. Очень красивый. Давайте еще кого-нибудь одного соберем быстренько. Так. Надо подумать, кого. Если брать лошадей. У Мираны много сетов? Да. Вот давайте мы сейчас тогда возьмем Мирану. Вот мы взяли Мирану. Арсенал и попробуем Луну. У них же тоже наездники в обоих. Любой итем Луны. Вот наша Мирана. О, в принципе, неплохо. Смотрите, я собрал нового героя. В принципе, что-то в этом есть. Не знаю. Так у мат так сидит, мне нравится. Такая, о, я, камон. Ладно, идем дальше, смотрим, что у нас здесь. Так, не все итемы она так одевает, не все. О, смотрите, причесочку изменила. Ну, в принципе, неплохо так стало. Реально, это как будто Мирана. Вот одна прическа все изменила, как будто Мирана сидит, смотрите. Лол. Так, смотрим. Во! Тоже неплохо, так красиво, красиво у нас. Красивое животное. Только почему-то у него ноги вот так кверху. Это немного неправильно. О! Здесь у нас Бермудский треугольник. Видите, все засасывает. Так, смотрим, что у нас дальше есть здесь. Окей. И вот еще, в принципе. О, красиво. Похоже на это, на дракона. На динозавра, похоже. Был такой раньше динозавр. Ну, вот такой вот безобидный баг.
Я уже, в принципе, думал заканчивать, но нашел еще одну интересную тему. Смотрите. Сейчас соберем офигенную Лину. Для этого, что нам нужно? Мы берем лайфстилера, потом переходим в арсенал и жмем по итему Лины. И сейчас будет шикарнейший сет на Лину моего производства. А? А? Как вам? Какая красота, господи, вы посмотрите, какая красота. Прям идеально по размеру все. О, неплохо, принц. О, какая красота. О, тю-тю. Знаете, наковы. Оковы. Оковы. Вот, в принципе, знаете, летающая такая фея. И шипы. Вау. Мне все равно это самый уматный вариант. Ну, просто офигенный. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.